Мы отсюда и не уходили. Вон светофор, Дим. Мы приехали гулять на Пионерский проспект. Сейчас пойдем по набережной. Саша, покажи, какая ты красивая. Ну-ка. О, какая красавица. Последние деньки догуливаем. Да. Вот идем по набережной. Че, боже, коровки опять атакуют, да? Ага. А у тебя тоже вон. Да, не видно. Давай только спасать не будем. Прям какая-то атака божьих коровок. Да. И они что, кусачие такие? Сил нету. По-моему, меня уже цепануло, у меня щипит нога. Угу. Куда идем? В каком Витязе? Идем в сторону. По набережной гуляем. Да. Будем дышать морским воздухом. Сбирать легкие, да, морской воздух. Скоро уезжаем. Надо хорошенько надышаться. Гоняй, сядь. О, а тут что такое сделали-то? Это что такое будет? Это? Это лежаки там, наверное, будут. Да, видишь, какие-то VIP. Это, наверное, вот от того отеля, что ли? Нет, я думаю, может быть, это, знаешь, как-то будет частным образом. Просто, да? Хочешь? Да. Да-да, чурка. Нашествие божьих коровок. Сейчас к морю подошли, нас облепили. То ли их сюда ветром сносит, то ли они ближе к воде летят. Прям сезон какой-то у них. Прям. Брачный. Не знаю какой, но какой-то сезон точно. То есть они прям роятся, роями, рой летает целый. Может, у них последний день, они улетают. Может, они, у них последний отпуск, да? Последний Может. День отпуска, да, и они также решили пойти к морю, как и мы, полетать и потом домой, да, дочь? Угу. Ты так считаешь? Угу. Ну, понятно, ну вот, это все объясняет. Если считать, что у них последний день, а утром уезжают в Москву. Не дай бог. Ты думаешь, они с нами полетят? Не надо нам такого счастья. Не надо. Не надо. С этими божьими коровками реально какое-то бедствие. Я не знаю, это же бороться надо как-то. А как с ними бороться? Откуда их столько? Ну, у них сезон. Я теперь не люблю божьих коровок. Я раньше их любила в Подмосковье. Там одно за год встретишь, и то счастье подержать. Да, да, да. Все. И причем они не кусались никогда. А тут какие кусачи какие-то. Я никогда не думала, что божьи коровки кусаются. Кусаются. Люди садятся, будут кататься банан. На... Банан. Хотела сказать банан, нет, кашалот. Это банан. Кашалот в виде банана. Видите, море цветет. Вон сколько тины. Ну смотри, опять какими-то местами. Вот здесь тины. Сейчас Дима потрогает море. Сказали, 21 градус, холодное. Ну, что скажешь? Ну, я, честно, вот так не замечаю, чтобы оно совсем было холодно. Для меня у тебя, значит, какой-то теплообмен другой. У кого-то более теплообмен лучше, у кого-то да, хуже. Я вот так не чувствую, чтобы море было холодно. Я вот захожу, как бы нормальная, бодрящая водичка, свеженькая. Ну что, пока-пока, море. Не скучай без нас. Мы скоро вернемся. Смотрите, сколько здесь буйков. Это, наверное, для детей ограждение. Странно все тут так наделали. Интересно, вот этот пляж считается городским? Тут столько людей. И море, кстати, здесь чище, чем Жемете. Вот туда мы, наверное, сворачивали. Так, ну мы туда дальше не пойдем, посмотрите. Сколько людей. Там уже просто не пройти. Только маневрировать между ними. Пойдем, где мы в прошлый раз. Выходили, где Анапка, памятник отдыхающему, колесо обозрения, купаются, а с этой стороны ловят рыбу, решили пройти.
По набережной. Не по набережной, а как? По набережной. По набережной, да? Тут жизнь кипит вечером. Кафешки, столовые. Цены. Океанариум впереди какой-то небольшой, но он закрыт. Придумали, да, сытный дворик. Для детей тут вообще развлекуха. Доченька, смотри, впереди какая. Дерево. Смотри. Пень. Вон пень, смотри какой. Написано, показывается. А парк птиц. Парк птиц, да. И дом какой-то. Комната смеха. Дом страха. Да, больше дом страха, похоже. А вон дом страха. А, да. А это что, парк птиц Кокаду? Аквапилинг. Аквапилинг. Он закрывается, зайка. Кто хочет шашлычок, картошечка, рыбка. Ну, клумба красивая. Затерянный парк динозавров. Вот пляж, причал. А, причал, я правильно прочитала? Да. Так, а надо сейчас, смотри, впереди колесо, смотри. Сейчас направо и налево будет. Мороженое. Так, мы дошли до Золотого пляжа. Аквапарк. Будем, наверное, двигаться в сторону дороги, да? В сторону дороги будем двигаться туда. Я тоже не знаю, где мы. Давай тут чуть отойдем подальше, там посвободнее, или сюда вызовем такси. Не, давай подальше отойдем. Пойдем. Ночная жизнь начинается. 7:30. Люди гуляют, отдыхают. Носил, что в 2.5, что в 3.5, что сейчас. Я тебя уважаю. Уважаете, да? Какая лея из клёнов здесь. Узнаешь ли впереди? А, мы дошли до фонтанов. Да? Смотрите, мы прямо из Джимите, из Пионерского проспекта дошли. До администрации, да, я как понимаю, у них тут. Администрация у них тут. Где здание администрации, вон фонтаны, танцующие. Там вот раз новый вокзал скоро будет. Угу. Я не вижу сейчас, да, маленький. Вот. Вот мы где. Улица Краснодарская впереди. Анапский маяк. 20 минут. Морской вокзал. Дим, Анапский маяк 20 минут. А там от маяка и рукой подать. Пойдем. Да я шучу, ты что ты. А что, быстрее дойдем? Нет, давай пойдем. Это очень долго, и я, честно сказать, подустал. Наверное, 8:30 уже. Какая красивая аллейка. Ты думаешь, это здание администрации, да? Вот оно и есть, наверное. Мы обогнули фонтаны. Вон фонтаны, там еще бьют, видно. Сашка говорит, а когда мы на такси поедем? Я говорю, ну ты, по-моему, уже едешь на такси. А где такси? Я недорого беру, не бойся. Сколько поцелуй? Сколько по поцелуйчиков? Ну, давай 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. А вон, да, это. Администрация, да, муниципального образования города курорт Анапа. Везите меня. Вот теперь сейчас там вот такси вызовем.
Вези меня, извозчик, по темной мостовой. Такси, такси, вези. Вдоль ночных дорог, мимо чьи-то снов. Анапа. Ну что, на администрации города курорта Анапа мы закончим свой влог. Мы вызвали такси. Ждем его. Завтра. 4 минуты. Завтра мы уезжаем. Да? Завтра, да. Мы уезжаем на крайний день сегодня. Печаль. Да. Но скоро приедем. Радость. Всем пока-пока. До завтра. Пока. До завтра. Где он?